Всем привет! В наборе 2015 года по LEGO Ниндзяго первого полугодия выходил набор «Тропические баги зеленого ниндзя». И в 2020 году вышло его переиздание вот в таком уменьшенном виде. В первом тропическом баге 2015 года была функция стрельбы на передней части багги. В переиздании ее убрали. Здесь поставили просто как в виде фонариков. И сегодня я этот багги улучшу, добавив функцию стрельбы сюда. Для этого нам понадобится всего 6 деталей. А именно 2 старшутера, 2 глазка, пластина 2х1, наклонная деталь. Поехали. Для начала снимем мечи с машины, с передней части. Колеса тоже можно снять. Снимаем всю практически переднюю часть, эти скосы, пластины, здесь пластину, и вот эту пластину 2х1 мы ее переставляем вот сюда, вот так. Фонари убираем. Вот эту пластину черную нам тоже надо будет убрать таким вот образом, и убираем отсюда вот эту деталь, пластину. Ставим сюда вот три пина, и вот на третьем ставим такую пластину, ставим 2 старшутера на конце и присоединяем снова сюда. Таким образом. Вот. Берем пластину 2х2, которую мы снимали, ставим сюда. Берем наклонную деталь, ставим сюда. И скошенную деталь добавляем вот сюда, на наклонную, вот таким образом, и возвращаем колеса и мечи. И все, теперь багги способен стрелять. Для этого мы просто вставляем сюда глазки старшутера в переднюю часть, и когда мы будем нажимать вот на переднюю часть коса, они будут выстреливать таким вот образом, потому что, видите, тут в таком положении она приподнята, когда поднимаются, вот она приподнята, мы нажимаем, рычаги надавливаются и выстреливают. Такой вот простой механизм, который вы можете применить к этому набору, если он у вас есть, или к другим своим тачкам, багги, машинам и так далее. На этом все. Надеюсь, видео вам оказалось полезным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!